Добрый вечер, друзья. Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ приглашают вас на прямую трансляцию центрального матча 15-го тура высшего дивизиона. Центральный он по вывеске, центральный по статусу играющих команд, но, наверное, не самый интересный в туре, не самый интересный в нашей сегодняшней эфирной программе. Тем не менее, «Динамо» и «Нева» — это интересно, «Динамо» и «Нева» — это топ-клубы, и это команды, которые будут сражаться за медали во второй части чемпионата. Кроме того, у матча есть еще одна интрига. В случае победы «Динамовцы» заканчивают первый круг и первую часть сезона на первой строчке в турнирной таблице. Ну и таким образом становится зимним чемпионом. «Север» — такой титул, может быть, не самый важный. Но это для кого как. Для «Динамовцев», я думаю, наверняка важный и с психологической точки зрения в том числе. Сразу атака бело-голубых и момент голевой. Нет, мне тоже показалось, что мяч не пересек линию. Там «Динамовцы» символизировали главному арбитру сегодняшней встречи Владимиру Коржевскому, что после удара Дениса Киселева и рикошета от газона мяч попал в ворота, но нет, это скорее такой обман зрения или иллюзия, или желание, выдаваемое футболистами за действительность. С места в карьер соперники начали, а это значит, что нам нужно побыстрее все протокольные процедуры проводить и просто наслаждаться футболом. Итак, арбитр представил, представлюсь сам, Кирилл Разумовский, ваш комментатор на ближайший час, и давайте по составам пробежимся. «Динамовцы», хозяева поля, начинают в следующем сочетании: Игорь Гришин в воротах, номер 30. Три защитника: Илья Чижиков шестой, он играет слева. Вместо отсутствующего Евгения Корнилова сегодня на позиции центрального защитника Андрей Тыняный, номер 17, и Кирилл Орлов, капитан команды, номер 18, на правом фланге. В центре поля Никита Митин, номер 79. По флангам Виктор Барзых, номер 20, и Денис Киселев, номер 8. И в нападении Валерий Леонов, номер 11. Отсутствие Корнилова – это, конечно, потеря для «Динамо», но зато наличие в составе Барзых и Киселева – это, в принципе, такой фактор дополнительный в плюс бело-голубым. Киселев залечил, наконец, травму. Тыняный, кстати, тоже лучше намного сейчас себя чувствует, его колено потихоньку в норму приходит. И тут, конечно, перерыв в чемпионате ему пойдет на пользу. Ну а в остальном все самые сильные игроки на поле. «Нева». В воротах Станислав Плохих, номер один. Три защитника слева направо: Антон Ходорев второй, Никита Сергеев 91, Алексей Мамонов 21. В центре поля Игорь Лаврентьев, номер 23. На флангах атаки Антон Киреев, номер 8. И Георгий Нуров, номер 18. Впереди Вадим Пронкин, номер 19. «Динамовцы» еще одну контратаку организуют. Орлов ошибается. Рискованную передачу отдавал, но в принципе того требовала ситуация. Ее прерывает Сергеев. Контратака не получается у бело-голубых, но все равно хорошо сработали в центре на перехвате. Там, по-моему, Никита Митин Антона Киреева обокрал. Что касается состава «Невы», то ну, он просто очень мощно выглядит по именам. И действительно уже обсуждалось неоднократно. И перед игрой мы общались с Валерием Нуровым и с болельщиками, с специалистами, с коллегами. «Нева» сейчас имеет возможность выставлять футболистов, которые постоянную игровую практику имеют в командах второй лиги, в том числе, и которые имеют хорошее футбольное прошлое, может быть, и настоящее в какой-то степени. Ну, в общем, по именам все здорово, вот только игры пока мы не видим подобающей такому составу. Ну, казалось бы, в тонусе должны находиться и Мамонов, и Никита Сергеев, и Нуров, и Вадим Пронкин. Но отпуск, все равно какие-то определенные послабления себе футболисты дают. Поэтому случаются вот такие осечки
которые вчера с него и произошли. Вчера Нева проиграла Энергомашу. Энергомаш, причем, был, наверное, в слабейшем своем составе, который только можно представить. Ну, Валерий Нуров, как всегда, категорично сказал, что это просто позор. И не надо, говорит, искать никаких двойных смыслов. Ничего подобного не было. Просто футболисты позволяют себе недолжным образом готовиться к играм. Но то, что Нева во втором тайме не бежала, и прежде всего не бежала в оборону, чем Энергомаш пользовался, это факт, который все очевидцы этого противостояния подчеркивали. Возможно, есть некоторая переоценка возможностей игроков, молодых игроков в большей степени, которые сейчас в Неве выступают, и выступают в профессиональных клубах в то же время. Но сегодня совсем другая мотивация. Я думаю, что на «Динамо» эти футболисты должны настраиваться и должны показывать максимум. Иначе для чего тогда это все? Для чего играть? И... Ну и какие-то вообще спортивные амбиции наверняка должны быть. Посмотрим по ходу игры. Пока «Динамо» вначале лучше, цельнее смотрится. Но, в общем, Нева играет без провалов. Все равно начало матча — такое нервное время, когда соперники друг к другу присматриваются. Что касается вчерашнего результата, он заодно тут интригу закрутил. Я так примерно проанонсировал и скажу уже теперь напрямую. Проиграв Энергомашу, Нева позволила тому выйти на 8-е место в турнирной таблице. У команды Эдуарда Славинского 23 очка теперь. И на 2 балла Энергомаш опережает Легион. Легион сегодня играет с МЗКП. Этот матч будет в прямом эфире. Поэтому никуда не уходите после окончания этой встречи. Оставайтесь у ваших мониторов. Ну, может быть, чаек успеете себе налить. Или какие другие прохладительные напитки. Я думаю, там футбол будет жарким. Легиону надо побеждать непременно в этой встрече, даже ничья команду Александра Седова не устроит. И, казалось бы, все уже ясно в борьбе за первую восьмерку, за попадание в первую восьмерку. Но вот в последнем матче последнего тура первого круга все еще неизвестен 8-й участник. Что касается сегодняшних соперников, Нева в любом случае останется 5-й по итогам первого круга. И для Невы единственная такая серьезная турнирная мотивация, такая спортивная мотивация, заключается в том, что до сих пор никого не удалось обыграть из топ-5. Все три предыдущих поединка Нева проиграла. Причем проходили они в разное время. Если поражение от Интера в первом туре фактически потерпела другая команда, потому что затем мы шли перестановки состава, и достаточно глобальные, и большинства футболистов, которые тогда играли, сейчас уже нет в Неве. Но матчи против Гефест, вот, например, свежий, который состоялся... Состоялся буквально неделю назад. Ну, точнее, 2 недели назад. Это уже, в принципе, актуальная история. И там Нева играла в том составе, в котором будет, наверное, в котором, во-первых, примерно в том, в котором сейчас на поле находится, и в том, в котором планирует играть во втором круге. Да, здесь нарушений правил не было. Мамонов выиграл просто силовую борьбу у Виктора Борзых. Но опять же, динамовцы пока очень неплохо используют свободные зоны в обороне соперника. И быстрые футболисты Борзых, Митин, Леонов, они врываются в эти зоны, угрожая воротам. Да, может быть, 100% голевых моментов нет, но у Невы нет и этого. Динамовцев опередил Интер, выигравший сегодня у МСК Европа. И опередил Гефест, который вчера в достаточно сложном матче и в сложных погодных условиях проходившем обыграл
Стеллу со счетом 5-2. Единоносцев также ничья не устраивает. В этом случае команда третья останется. В случае поражения сравняется по очкам с ЦДК. Но будет выше за счет победы в личной встрече. Ну и, наверное, вот семерых участников первой восьмерки я назову. Это «Динамо», «Интер», «Гефест», «ЦДК», «Нева», «АПС», который также победу одержал в этом туре и шестое место сохранил. «Голд Шарк», выигравший в этом туре. Но это все после того, как представлю я автора забитого гола. «Нева» открывает счет. Вадима Пронкина все поздравляют. Ему с полулета удалось этот удар нанести из-за пределов штрафной. И Игорь Гришин бессилен оказался. Действительно, в притирку со штангой буквально Пронкин мяч направил. В начале 11 минуты Нева открывает счет. И не то чтобы это неожиданно, ну вот с точки зрения того, как игра развивалась, но все-таки, наверное, не отражает преимущество ситуации на поле. Собственно, Нева этим преимуществом не владела. Валерий Нуров, кстати, мне сказал до игры, что его команде кажется удобнее действовать вторым номером. Но я не думаю, что изначально была такая установка. Призывает команду вернуться. Действительно, уже прохладно. И затягивать этот вечер никому не хочется. Команда готова вернуться на поле. Ну, здесь вот месье сейчас выпроваживает голкипер Вентенфорн. Болельщика команды, очевидно. И это тоже своего рода антураж. Игр третьей лиги. Все-таки в главных дивизионах такое видишь нечасто. Но тоже бывает, поэтому здесь особо обидчивым прошу либо звук приглушить, либо отойти немножко от экрана. Никакого наезда на третий дивизион здесь нет. Ну что ж, возобновляется игра. 1-0 «Легион» впереди после первого тайма. Вот этот футболист, который сейчас с мячом, Дмитрий Ефремов, забил после подачи Александра Седова с углового на 5-й минуте. И еще был такой по-настоящему 100% момент у Максима Волкова. Он с линии штрафной шлепнул в штангу. И это еще было до гола. Затем опасные подходы, да, неплохие удары у «Легиона», у «Вентенформ», несостоявшийся выход 1-1 Александра Загороднего. Но по большому счету матч не очень зрелищный. Команды немножечко опасаются друг друга, как мне кажется. Все же так с уважением скорее относятся, даже не то чтобы опасаются. Но определенная скованность какая-то чувствуется. И я бы еще это списывал на то, что это первый матч, действительно, который можно отнести вот к так называемому зимнему футболу. Сегодня действительно на поле скользко. Тут скользил и Гефест с Невой. И под вечер, когда вот такая тоненькая пленочка такая, даже не льда, а такого инея на газоне образовалась, действовать стало намного сложнее. Но все в одинаковых условиях. Поэтому ждем. Ждем, что игра раскроется, что будут опасные моменты, забитые мячи. Седов против Щеголева. Назад мяч скидывает. Не точно, но «Легион» мяч сохраняет. Давайте сейчас по составам пройдемся. После этого момента опасный дальний удар.
талант какой вбил. Итак, у Легиона в воротах Леонид Степанов. В защите сейчас Вячеслав Андрианов, Сергей Миронов и Руслан Ишмуратов. В центре поля Кокоев, Андрей Абрамович и Дмитрий Ефремов. И Александр Седов впереди. Ефремов. Ну что это такое? Наверное, он полагал, что голкипер соперника вышел чуть из ворот. Но нет. На месте находился Артем Костюнин. Мяч уверенно забрал. По защите у Вентенформ. Шестой номер Илья Петунин. И пятый Александр Щеголев. На флангах играют Павел Ситаев. Он сейчас справа. И на дальней бровке двенадцатый номер Артем Какичев. Максим Волков в центре. Александр Загородний в качестве нападающего. И, по-моему, Загородний как раз отошел в линию полузащиты, потому что Дмитрий Кубраков вышел на поле. Вентформ тем временем опасный момент создал. И угловой тоже опасно разыгрывает. И здесь атаку на вратаря главный арбитр зафиксировал. Но столкновение имело место быть. Степанов на газоне. Кстати, вот еще один штрих к тому разговору в первом тайме, который мы об амплуа футболистов развернули. В дубле Легиона мы частенько видим полевых игроков в воротах. И Вячеслав Андрианов занимал эту позицию, и Александр Седов, и Павел Андрианов. В общем, были случаи. И вот, опять же, я не скажу с энциклопедической точностью. Тут Александр Седов, я уверен, сейчас мгновенно бы меня на нужное русло направил, нужную дату припомнил. Но после этого момента все-таки. После дальнего удара, по-моему, и рикошета от Павла Ситаева, счет становится равным. 1-1. Павел Ситаев лучший бомбардир Вентенформ по системе гол плюс пас. Но забитых мячей у него было меньше, чем у Дмитрия Кубракова. Сейчас 11-й гол он забивает. Но вся эта личная статистика большого значения не имеет. Потому что важно, что в игре вновь паритет. Легион, кстати, в ничью не играл ни разу в этом чемпионате. Поэтому в любом случае, будь это игра ничейной, это будет такое, ну, исключительное событие. У Вентенформ два ничейных результата есть, всего одно поражение. Вот, кстати, интересно, у нас не было повода об этом поговорить, поскольку Вентенформ обыграл Гефест, то такой логичный вопрос мог возникнуть, а кому же тогда проиграла эта команда? На самом деле, против конкурентов очень прилично Вентенформ в этом сезоне выступает. И вот, опять же, игра текущая, это доказывает, что не собирается сдаваться, проигрывая команда Дмитрия Кубракова. А проиграла она Сирене, которая сейчас идет на 14 месте. Причем проиграла 0-4. Такая сенсация. В третьем дивизионе бывает и не такое. Бывают команды, которые идут высоко, проигрывают и последнему месту, и предпоследнему. Какичев обыгрывает сейчас Вячеслава Андрианова. Уходит от Ишмуратова, но и уходит очень далеко за пределы поля. Остановиться на таком газоне сложновато. Все-таки вот сейчас не получилось.
Так вот, ту историю, которую я хотел рассказать до гола, сейчас попробую все-таки воспроизвести. В общем, Легион с кем-то проводил очередной матч, скажем так. Это я сейчас не припомню, кто был соперником, вот хоть убей, попытался, но не выходит. И ворота его защищал Вячеслав Андреянов. Счет, по-моему, был ничейным. И в конце матча Вячеслав Андреянов... А нет, Легион, кажется, вел в один мяч. И в конце игры Вячеслав Андреянов, поймав мяч в руке... Нет, здесь пенальти не будет, потому что в естественном положении рука находилась. Мы видели уже подобные эпизоды. Последние трактовки все сейчас в пользу правоты арбитра говорят. Вот другое дело, что можно спорить, там было ли достаточным расстояние, чтобы игрок успел отдернуть руку. Но вот это как раз на усмотрение арбитра. И обратите внимание, что футболисты Легиона практически не спорят. Уж если... несправедливость какая-то присутствует в игре, то Александр Седов, известный знаток правил, всегда арбитру поможет в этом эпизоде. Сейчас он согласен с решением Геннадия Зародыша, и, как мне кажется, это своего рода высокая оценка действиям арбитра. Ошибается сейчас Костюнин. Седов на ударной позиции. Нет, сблизился слишком с вратарем и не смог через него мяч перебросить. А потому что левой ногой внешней стороной стопы хотел подсечь над голкипером мяч. А если бы с правой сыграл, то было бы больше шансов забить. Но Седов ярко выраженный левша. Тут же ответ Вентенформ. И уже Леонид Степанов играет уверенно. В общем, надо срочно заканчивать историю про Вячеслава Андреянова, потому что в игре у нас много событий интересных. Так вот, поймал мяч, потом пробросил его себе вперед, и как в кинофильме «Вратарь» побежал такой с дриблингом вперед. Но казалось бы, что такого необычного мы и в других командах видели, но очень-очень смешно сказал, что это же просто футбол. Как бы прокомментировал сам свои действия. Вот, смеялись все, смеялась Бровка, смеялась команда в конечном итоге, потому что Легион, насколько я помню, тогда выиграл. Третья лига, я же говорил, любят футбол, ребята. Смотрим игру. Максим Волков, дальний удар! И что такое? Рикошет неожиданный. И Степанов совершенно растерянно сейчас наблюдал за траекторией мяча. Он-то уже в один угол пошел, а мяч прилетел в другой. И в итоге не попал в ворота, но угловой. Угловой ничем завершается, потому что не удалось Владимиру Герасимову хорошую скидку сделать. Замены. Шмуратов уходит. И... и уходит Абрамович, да. Но теперь у Легиона наиболее мощный состав, потому что в этом составе... кроме Алана Кокоева, все, в принципе, играют в вышке. Вот там по времени уже можно говорить что угодно, ну кроме Кокоева и голкипера Степанова. По времени, да, там можно говорить, кому-то больше, кому-то меньше достается, но тем не менее. Значит, ситуация такая сейчас. Андреянов, Миронов и Нехорошев в обороне. Я вот вполне себе могу представить такую линию защиты в матче высшего дивизиона. Ну, не в центральном, наверное, но от обстоятельств больше. А не от силы соперника, это у Легиона зависит. Седов... ну, в данном случае Седов впереди, Кокоев, Ефремов и Бычков линию под защиту вставляют. В общем, сейчас самый сложный отрезок Вентенформа предстоит. Ждет. Как будут перемещаться его партнеры? Пока... динамцы прессингуют, и невесложно выбираться.
Стеняны хорош на перехвате. А это Леонов. Он вышел на замену. Обратно вместо Голышева. Гришин ошибается. В простой ситуации, в принципе. Но главное, что постраховал партнер. Там изначально пас назад был не очень удачный. Фол. Фол. Чижиков жестко против Мамонова. И Мамонов первый был на мяче. Поэтому пришлось защитнику «Динамо» фолить. Мамонов, центр, Лаврентьев, Киреев. Мамонов, и здесь Чижиков теперь успевает. Но совсем иначе выглядит Нева. Посмотрим, конечно, второй тайм. Вчера первый-то она тоже выиграла у «Энергомаша». Но все-таки... Под этим давлением. И, в принципе, динамовцы, наверное, могут первую половину себе тоже в актив занести. У своих ворот минимум моментов. Да, гол. Но такой гол за счет индивидуального мастерства. Но Пронкину дали пробить, он пробил и попал. Давайте вспомним, как в прошлом году Пронкин попадал. И там тоже были ситуации, когда ну просто получал чуть-чуть свободного пространства, два шага делал и бил из 20 метров, и 17, и сколько угодно дистанции, так, по большому счету. У Невы Даниил Горовых вышел на поле вместо Лаврентьева под 14 номером. Этот молодой полузащитник играет, и он перешел из Голдшарк по ходу сезона. В Голдшарк, конечно, его роль была... более значимой, но здесь все впереди. Ведь все дело в том, что во второй части чемпионата, вот в этой восьмерке, Неве придется большую часть матча проводить без футболиста второй лиги. То есть без Пронкина, без Мамонова, без Сергеева, без Нурова, который и так не часто приезжал. И это будет время... Горовых, время Евгеньева, Гусейна-Гусейнова. Вот тех футболистов, которые, может быть, сейчас играют чуть меньше. Но им надо оббиться, обтесаться. Как раз первая часть чемпионата для этого идеально подходит. Три минуты до перерыва. И Гамбердиев. Ну, вроде бы подстроился под мяч получше Тынянова, но опередить его не смог. Даже не опередить, а скорее оттеснить. Аут. И Гамбердиев. И здесь фол. Здесь фол Тыняной. Слишком агрессивно пытался мяч выбить. Задел нападающего Невы по ноге. И штрафной в довольно опасной точке. Киреев у мяча. На этот раз других желающих нет. Киреев великолепный мастер стандартов. Просто не всегда он в тех командах, в которых он выступает, ему первому предоставляют право пробить. Возьмуть, там был Виталий Гурская, тоже шикарно бил штрафные в Неве. В прошлом сезоне были кто угодно. И Павел Котов, и Дмитрий Лушников, и Александр Заикин. В общем, там было кому пробить. Я и Гамбердиев забивал, кстати. Ну, пока вот у Киреева не получилось, и он бредет в сторону скамейки запасных. Вместо него Игорь Ишутин на концовку первого тайма. Ишутин здорово начал сезон, забивал. Наверное, таким твердым игроком состава являлся. Но не то, чтобы там как-то ухудшилась его игра. Просто появились более сильные футболисты в ротации. Это во-первых. Ну и во-вторых, все-таки вопросы по оборонительной игре к Игорю Ишутину возникали.
И вот сейчас недаром он расположился в полузащите, а не в обороне. В обороне Сергеев, Мамонов и Ходорев. Ходорев очень хорош в подыгрыше. Его кроссы, наверное, это лучшее, что исполняют крайние защитники, потому что всех результативных крайних защитников не тот же Чижиков, не Андрей Моисеенков из Гефеста, но после этого момента здесь и Габердиев второй мяч забивает. Вот только начинаем рассуждать, и 30 секунд не доиграл Динамо до перерыва. Габердиев оказался на острие, первый удар Гришин отразил, но затем с добиванием уже не мог справиться, и не помогли партнеры. 2-0. Гол в раздевалку. Тот самый. Динамовцам надо перестраиваться теперь. Ну что ж, отправляется команда отдыхать. Отправляется за полезной информацией от своих тренерских штабов. Я думаю, что Нева заслужила похвалу, потому что перетерпела давление соперника и нашла возможность забить два гола. Ну, а Динамо в целом играло неплохо, но ошибки все равно были, эти ошибки привели к пропущенным мячам. 0-2, отдыхаем и вернемся через минуту-другую. Ну что, возвращаются команды на поле. И сейчас начнется второй тайм матча 15-го тура высшего дивизиона. Динамо-Нева 0-2 после первой половины. Динамовцы владели преимуществом в первом тайме, но пропустили на 11-й и на последней минуте. Вадим Пронкин открыл счет. В концовке первого тайма отличился Александр Габердиев. У Динамо сейчас перестроение, я вижу. И Антон Тимофеев отправил Андрея Тынянова в центр поля. Илья Чижиков занял позицию центрального защитника. Никита Митин переместился на левый фланг обороны. Тынянов в середине будет действовать рядом с Киселевым и Павлом Фарафоновым. Впереди Динамо Дмитрий Голышев. Ну, Игорь Гришин в воротах. Понятно, здесь никаких изменений не было и быть не могло. Владимир Корнеев на стадионе, но не в заявке на матч. Теперь Нева. Плохих воротах. Защита без изменений пока. Сергеев в центре, Ходорев слева. И Мамонов справа. В опорной зоне остался вышедший на замену Даниил Горовых. На флангах Евгений Евгеньев и Игорь Шутин. Габердиев впереди. То есть Нева играет тем же составом, что и заканчивала тайм. Дмитрий Голышев на 32-й минуте один гол отыгрывает. Голышев же. Значит, гол должен был забить. 1-2. Все становится интереснее. И динамовцы этот мяч заслужили. Еще в первом тайме Голышев мог отличиться. Все стремительно получилось. Голышева возникло свободное пространство, и он очень правильно, очень эффективно им воспользовался. Ну, хороша игра сама по себе, да, вот без турнирной какой-то подоплеки. И, пожалуй, все же ждут второй части чемпионата, где подобные матчи будут каждую неделю проходить. Но там будет уже рубка за очки. За места. Каждая потеря там будет стоить очень дорого. Но вот этот матч, ну, конечно, динамовцам хотелось бы. Почти весь первый круг команда на первом месте.
И, конечно же, хотелось бы закончить на первом месте с минимальным среди всех претендентов количеством поражений. Но по большому счету, вот для нас, для зрителей нейтральных, это просто классный футбол. Здесь в меньшей степени какие-то внешние факторы на этот матч влияют. Вот команды сейчас, вот в эту минуту, видно, что действительно завелись просто по-спортивному от игры. А не от того, что кто-то там рассчитывает на какие-то баллы там, или что-то еще. По большому счету, таким должен быть любой матч. И как сказал мне Юрий Смоленинов, в этом случае, если футболисты, в том числе молодые футболисты, перестанут делить матчи на важные и неважные, и их уровень будет повышаться, и уровень чемпионатов, неважно, любительская это лига или профессиональная, 8 на 8 или 11 на 11, ну а зрителям будет интереснее. Но мы же знаем, что в жизни далеко не всегда так бывает. Поэтому наслаждаемся моментом, друзья. Динамо в атаке. На правом фланге мяч. Ах, удачно там Чижиков финтил и просто, по-моему, стопой, обрабатывая мяч, его упустил за боковую линию. Замена. Горовых уходит отдыхать. Игембердиев. И кто еще? И Евгеньев. Пронкин, Лаврентьев. И Нуров, да? Вот насчет последнего не уверен. Ну да, это Нуров младший. Пронкин. Здесь Чижиков хорош. В корпус сыграл, но без фола. Есть определенное пространство у динамцев, но нет состава сейчас количественного, чтобы эту контратаку организовать, приходится в позиционное наступление переходить. И потеря. Здесь Чижиков. Здорово сыграл. Голышев вперед. Там страхует партнеров Никита Сергеев. А так вот, не договорил я, кстати, про Антона Ходорева. Вот сейчас он оказался в кадре, я вспомнил. Очень хорош в атаке в этом сезоне, много у него ассистов, таких действительно классных. И иногда это даже не отражается в протоколе, потому что потом еще какая-то следует передача, но вот эти диагонали, вот эти кроссы, они очень классные, очень острые. В первом же самом туре против Интера Ходорев, тогда появившийся в Неве и, может быть, еще не привыкший даже к футболу 8 на 8, отдал голевой пас Игембердиеву. Тот ворота Филимонова отправил мяч. Но вот были вопросы и к Ходореву по игре в обороне, именно 8 на 8. Я понимаю, что тяжело перестроиться, хотя футболист, конечно, опытный и классный. И, собственно, послужной список у него вполне такой заслуженный. Но вот в этом матче, смотрите, Ходорев практически не ходит вперед. Он очень надежен на своей половине, он сосредоточен на оборонительной игре, и он составляет линию со своими партнерами. Вот сейчас это будет видно на общем плане, он опускается к центральному кругу, он опускается даже не по игроку, а занимает зону, для того, чтобы, если что, подстраховать. Это установка. Безусловно. А не самодеятельность. Орлов назад. Здесь Гришин. Длинная передача вперед. Сергеев головой мяч выносит. Нуров. Ну, конечно, он уйдет от Киселева. А что дальше? Значит, варианты. Вот он, Ходорев, подключается. Но если бы это был другой матч, может быть, уже был бы в этой точке. Здесь просто не добежал под пас. Тыняный. Против Сергеева. А эта передача была, наверное, не на Варафонова, а туда дальше, на Голышева. Павел Варафонов. Перехватил, и не факт, что лучше получилось. Тут же замена. Голышев
Хороший отрезок провел на старте тайма. Чуть подустал и вместо него Леонов. И, кстати, Кирилл Орлов сейчас в этом же духе высказался, что нужно чаще менять нападающих, чтобы поддерживать высокий темп. Это тоже стратегия. Это как в хоккее переход на игру в три звена. Ну и Виктор Борзых также на поле. Он Фарафонова меняет. Неплохо. Это момент для удара. Бьет Киселев. Попадает в Сергеева опять. Тыняный на подборе. Назад приходится мяч откидывать. Но опять очень здорово сохранил. Укрыл корпусом. Движение, длинные ноги. Здесь, конечно, Тыняный вот в этом компоненте хорош. Он, в принципе, не только может обострять и может регулировать темп игры. Сейчас он на подборе. Борзых. Штрафную передача. Прострел. Теперь Мамонов блок ставит. Это аут. Ну а теперь угловой. Ну да. Прагматичная Нева против эмоционального Динамо сегодня. Мне кажется, что здесь можно было нарушение правил фиксировать. Коржевский Соломонова решение принял. Никак не отреагировал на столкновение, потому что Динамо в атаке. Киселев входит в штрафную. Ну, может, его и подталкивали. Но этого недостаточно для пенальти. По мнению Владимира Коржевского. Ходорев. Центр передачи. Это ошибка. Чижиков на перехвате. И готовит удар. Мне кажется, отличный удар. И гол 2-2. Илья Чижиков празднует со своей скамейкой. Празднует Антон Тимофеев. Динамовцы отыгрываются. 10 минут всего во втором тайме сыграно. И столько именно потребовалось бело-голубым, чтобы два мяча отыграть. Все с нуля, говорит Денис Киселев. Но есть бэкграунд. Нуров тут же врывается и забивает. Нева с центра буквально разыгрывает эту атаку. Георгий Нуров ушел от Кирилла Орлова. Ну и, конечно, Орлову здесь просто не хватило скорости. Пытался он, мне кажется, и даже свалить в этой ситуации. Но Нуров исполнил все очень здорово и пробил под Игорем Гришиным. 3-2 Нева вперед выходит. Шикарный футбол. Одно удовольствие этот матч смотреть. Ну и как динамовцы не удержали, знаете, не удержали эмоции при себе. Потому что чуть-чуть расслабление наступает в момент, когда большое дело сделано. Ну, еще 18 минут. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы отыграться. А может быть, Нева забьет еще. Митин. Вперед. Все здорово сыграл Леонов. Чуть-чуть, может быть, не в темп передачи Киселева на левый фланг, но все равно опасно. Здесь штрафного не будет и контратака у Невы. Пронкин с Лаврентьевым подключают Нурова. Вот мяч догоняет. Уже не так опасно, конечно, приходится назад. Ходорев, Мамонов. Невы, я вижу, готовится Тимур Бураев на поле выйти. Но это, видимо, в следующей паузе. Не сейчас, пока аут. И вот замена. Антон Ходорев уходит. Хороший матч. Опять же, несмотря на отсутствие голевых передач там, и регулярных подключений в атаку, вот сегодня сыграл так, как требовалось
команде. В первую очередь в обороне. Такой незаметный герой. И вот смотрите, Юрий Смоленинов, по-моему, хвалит, пожимая руку. Игрой Ходолева довольна. В тренерском штабе Нивы. Динамо атакует. Тыняны с мячом. А пробить? Но не совсем так. Конечно, планировал Андрей Тыняны, но в целом вот атака завершилась логично. То есть до удара ее динамовцы довели. Воспользовавшись возникшей свободной зоной в центре. На поступах штрафной. Плохих. Ну что, будет вводить? Хотел мяч разыграть с ближним. В итоге мяч выносит. И выносит в аут. Мамонов. И Борзых против него, и Мамонов ошибается. Это момент, это передача вдоль ворот. И выручают защитники, по-моему. Кто там был? Никита Сергеев или Тимур Бураев? Кто-то из них. Здесь опять нет свистка. В общем, британский футбол, много единоборств. А теперь Чижиков против Пронкина. Чижиков не уступает в скорости. Пронкина загоняет, но Пронкину удается передача. Как Лаврентьев не забивает сейчас из этой позиции. С линии вратарской бил. А здесь Пронкин желтую карточку получает за эмоции. Ее там успокаивают, потому что и на вторую сейчас можно было наговорить. Так. Ну, как всегда, хороший судья в нужный момент не слышит. В конце третьей четверти игрового времени ломать игру удалением. Не хотелось бы, чтобы такое произошло. Подача. Так, динамовцы сейчас атакуют. И это возможность для удара. Ну, не подготовил Никита Митин этот выстрел. Чуть лучше нужно было подстроиться. Может быть, сыграть. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на очередной в нынешние выходные прямой трансляции. В матче высшего дивизиона, в 13-м туре которого сегодня встречаются «Интер» и «Легион». Интереснейшее противостояние, в котором одним нужно, наверное, показывать свой максимум и попытаться зацепиться за очки, а вторые, которые являются сегодня несомненным фаворитом, будут играть в свое удовольствие, решая какие-то определенные локальные задачи, потому как Интер уже себе
обеспечил математически участие в борьбе за Еврокубки, за чемпионство во второй части сезона. Легион на самом деле сделал уже достаточно многое для того, чтобы попасть в пресловутый топ-8 по итогам первого круга. Но математически, конечно, еще возможен вариант, при котором команда Александра Седова окажется вне верхней половины таблицы. Понятное дело, что в оставшихся играх все полностью в руках легионеров, а сегодняшний матч является самым сложным на оставшемся отрезке из трех игр. На самом деле игр будет всего две, потому как на следующей неделе легион получит техническую победу над снявшимся с чемпионата Азимутом, ну а затем в заключительном матче первого круга легионеры сыграют с МЗКП, который также продолжает иметь шансы на попадание в топ-8, но в отличие от легиона эти шансы носят скорее теоретический характер. Что ж, главный арбитр встречи Александр Вдовин уже дал свисток, возвещающий о старте этого противостояния, поэтому не будем терять времени мы с вами и начнем знакомиться со стартовыми составами играющих сегодня команд. Футбольный клуб «Легион», номинальные гости сегодняшнего противостояния, играют легионеры в выездной черно-серой форме. Это связано сразу с несколькими причинами, главная из которых — это, понятное дело, совпадение клубных экипировок, совпадение цветов клубных экипировок, и у «Легиона», и у «Интера» домашняя форма заявлена как красная, и поэтому легионеры по регламенту должны были одевать форму иного цветового сочетания, и понятное дело, что выбор пал на черно-серый комплект, который в последнее время так уже, получается, превратился в какой-то степени домашнюю форму. Возможно, где-то на удачу легионеры играют именно в этой расцветке. А возможно, есть еще и иные причины. Но вот уже не одну игру мы с вами наблюдаем, как легион в последнее время играет именно в черно-серых цветах. Итак, в воротах Александр Дементьев под 35-м номером. В центре обороны Игорь Дармаков, 77-й. Справа Станислав Мухин, 28-й. Слева Сергей Миронов, 2-й. Александр Седов, 17-й. В опорной зоне капитан команды. Виталий Обласов, 88-й, чуть повыше. Рядом с ним Алексей Лаврентьев, 10-й. На острие Арам Саркисов, номер 45. Что касается Интера, то на Радзуре также традиционно исповедуют расстановку 3-3-1, вот только она может трансформироваться в абсолютно любое сочетание, и уже не первую опасную атаку в начале поединка на Радзуре проводит, и не будет первого гола в этой атаке. Казалось, что мяч влетит в собственные ворота после того, как Виталий Обласов там пытался спасти команду, или же это Станислав Мухин был в суматохе, там могу ошибиться и перепутать футболистов, прошу меня простить, но, по-моему, все-таки Мухин там пытался спасти свою команду от гола, и в какой-то степени сделать ему это удалось, мяч попал в штангу и вылетел в поле. Колоссальное преимущество Интера на первых минутах встречи, и это, в принципе, прогнозировалось изначально. Давайте сначала все-таки со стартом, с сочетанием разберемся. Сергей Филин, 8-й номер, капитан команды в центре обороны. Александр Филимонов защищает ворота Неро Адзури под первым номером. Николай Липаткин, 17-й слева. Константин Кадеев, 89-й справа. Тем временем Интер еще одну атаку правым флангом уже проводит и зарабатывает угловой. Дмитрий Мечков в официальном протоколе матча был отмечен под 6-м номером. Но вот сейчас я вижу, что играет он под 19-м. Здесь, возможно, некоторые разночтения в плане игровых номеров, потому что уж очень много форм у Интера, и на каждой из них есть определенные изменения относительно других. Алексей Аверьянов, 12-й, играет правого хавбека, левого Владимир Свежук, 31-й, и Артак Григорян, 77-й, на острие атаки. А у нас уже первая замена на 4-й минуте матча. Появляется на поле Вячеслав Андрианов вместо Александра Седова, который с травмой начинал сегодняшний матч, полученный в вчерашнем противостоянии за дубль против Вент Информа. Но вот не позволила она в конечном счете полноценно помогать своей команде, капитану
легионеров. Сразу же попросил он замену, отправился на скамейку запасных. Видимо, даже заморозка, которой воспользовался наставник легиона, не помогла избавиться от болевых ощущений. Вообще у легиона сегодня достаточно кадровых проблем, как количественных, так и качественных. Всего 3 запасных футболиста заявлены на эту встречу, причем один из них не факт, что сумеет подъехать на стадион. Вот кто сейчас действительно готов вступить в игру, так это Папин Казарян. Сегодняшний матч лучший снайпер легиона нынешнего сезона начинает на скамейке запасных. На его счету 12 забитых голов. И что интересно, в отличие от многих своих партнеров, если быть точнее, в отличие от всех остальных, он-то как раз знает, как Интуру забивать. В прошлом сезоне в играх против Нерадзури легион за 2 матча забил всего 3 гола. И из тех, кто сегодня в заявке, кто сегодня может помочь команде, и тех, кто забивал в тех 2 матчах, это только Папин Казарян. Дмитрий Токарев и Кирилл Сумароков в нынешнем году не часто своим партнерам помогают. Токарев на несколько игр приезжал, а вот Сумароков восстанавливается от травмы и, скорее всего, уже во второй части сезона сможет помочь легиону в борьбе за определенные места. Нарушение правил фиксирует арбитр. Здорово здесь сыграл Алексей Лаврентьев. Свалил на нем Николай Липаткин, не давая возможности хавбеку легиона начать свое наступление. Снова с мячом Лаврентьев. Никто его пока не встречает. Хорошая передача на Саркисова, но здесь не позволили ему добраться до мяча. Еще и Александр Филимонов вовремя вышел из ворот. Мяч в руки свои вратарские забрал. И сразу же ответ Интера. Артак Григорян на ударной позиции спасает свою команду Александр Дементьев. И да, да, действительно прав Александр Вдовин, именно от ноги форварда Интера мяч пределы поля покинул. Помогает ему в сегодняшнем противостоянии обслуживать встречу резервный рефери Игорь Елисеев. Ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. Всех действующих лиц на стартовые мгновения матча я вам уже представил. О запасных Нерадзури поговорим, наверное, именно в те секунды, когда они будут появляться на поле. Скажем, что достаточно обширная заявка, впрочем, как и всегда у Интера, но не самая мощная, не самая полная, потому как не все действующие лица нынешнего сезона на игру приехали. Но оно и понятно, ростер Нерадзури настолько великолепен и обширен, что, наверное, на каждую игру собирать оптимальный состав, ну, попросту даже нелогично, потому как в такой ситуации даже и игрового времени всем может не хватить. Ну и еще одно изменение относительно стартового состава. Вот сейчас я изучаю расстановку футболистов на поле. Похоже, что Владимир Свежук под 99-м номером играет, а не под 31-м отмеченным в протоколе. Но вот о множестве форм Нерадзури я вам уже говорил в начале поединка, так что ничего удивительного в этом нет. Атакует Интер, атакует много, атакует разнообразно. Вот сейчас мы с вами и дальние удары в исполнении мастера таких выстрелов Константина Кадеева увидели. Его удар на этот раз не получился точным, прошел мяч мимо створа. Александр Дементьев никуда не спешит, понимая, что сейчас, конечно, первым номером играть легиону несподручно, да и вряд ли попросту Интер позволит. Ну а я поделюсь еще одним наблюдением, замеченным мною на старте поединка. Капитанская повязка легиона перебралась к Сергею Миронову. Похоже, что это означает только один факт. Александр Седов не будет сегодня принимать участие в матче. И Сергей Миронов с капитанской повязкой — это главное тому подтверждение. Таким образом, еще менее сильной, что ли, заявка у легиона на сегодняшнюю встречу получается. На поле могут появиться только Папин Казарян и Иван Нехорошев, если же он все-таки доберется до стадиона на Флотской улице. И учитывая, что отсутствует, например, также в составе легионеров сегодня Павел Андрианов, недавно приобретенный Игорь Сильченко и несколько других важных для
команды футболистов. Получается, что нужно будет Легиону бороться не только с Интером, но и со собственными кадровыми сложностями. Посему и неудивительно, что стартовые 10 минут у нас прошли при полном преимуществе Нерадзури. Забить, правда, пока Интеру не удалось. Моментов, правда, было создано приличное количество. Сейчас Алексей Аверьянов пробил неудачно со штрафного в стеночку, но продолжается наступление Интера. Перехват в исполнении Вячеслава Андрианова. Саркисов бросает прорыв Лаврентьева, но мяч до хавбека не дойдет. Защитники Нерадзури действуют очень надежно. Миронов играет налево на Саркисова еще. Завершился перерыв в матче 13-го тура высшего дивизиона, в котором отношения выясняют Интер и Легион. Фаворит, коим является Нерадзури, после стартовых 30 минут игры впереди 3-0, благодаря дублю Павла Сучилина и точному выстрелу Сергея Сергеева. И действительно, мои опасения касательно неправильности заполненных игровых номеров футболистов Интера оказались не беспочвенны. Вот сомневался я, что это именно Максим Тараненко играет под 9-м номером, а не Павел Сучилин. В какой-то момент все-таки решил отталкиваться от официального протокола, но вот оказалось, что действительно дубль оформил Павел Сучилин, а сейчас забитый мяч оказывается на счету и у Дмитрия Мечкова. 4-0 забивает Интер, очередной гол буквально на исходе первой же минуты второго тайма, словно констатируя факт колоссального преимущества Нерадзури. Долго держалась оборона легионеров, целых 23 минуты, но вот затем дело пошло у легиона в плохом смысле слова. Начали совершаться ошибка за ошибкой, начало все с пенальти, который на свои ворота придумал Сергей Миронов. Придумал в том смысле, что правила нарушил. Там еще нужно разобрать, кто именно ошибался в том или ином эпизоде. Так вот, без повтора я сразу же говорить об этом не возьмусь. А здесь еще один гол. Легион привозит сам себе. Не стал Дмитрий Мечков жадничать, отобрав мяч у Вячеслава Андрианова и отдал передачу чуть левее. Это 5-й уже гол в сегодняшнем матче. И все эти 5 голов были забиты менее чем за 10 минут. Вот такой вот middle крик. Не знаю, можно ли так преобразовать слово блицкрик, но факт остается фактом. Еще одно взятие ворот и еще меньше минуты вновь на это потребовалось Нерадзури. Давайте пробежимся и по стартовым составам, в которых команды вторую половину встречи начинают. Александр Дементьев в воротах у Легиона, Игорь Дермаков в центре обороны, по краям защиты действует, насколько я понимаю, Сергей Миронов и Вячеслав Андрианов. Возможно, именно в этой расстановке Дермаков будет действовать с правого края, а Андриана в центре. Таким образом, в полузащите у нас играют... все в порядке, прошу прощения, конечно, Станислав Мухин на стандарт просто, он отправился в чужую...